Прежде всего хочу сказать большое спасибо всем избирателям, всем гражданам Украины, которые сегодня пришли и проголосовали за мир, за то, чтобы страна вернулась к спокойной, счастливой человеческой жизни, а именно и так мы оценим результаты голосования. Хочу сказать всем большое спасибо и заверить всех, кто проголосовали сегодня на избирательных участках, что страна изменится, она станет лучше, страна вернется на мирный путь, страна вернется к тому, чтобы заботиться о людях, а не жить отдельно какой-то жизнью от своих же граждан. И мы, вторая по величине политическая сила, будем залогом того, что это произойдет, и все люди в ближайшее время почувствуют облегчение. Спасибо всем, спасибо тем, кто за нас голосовал, спасибо вам за то, что вы освещали все это на протяжении всего избирательного процесса. И я убежден, что это вперед, это движение вперед, это развитие, это движение к лучшей жизни.